Приветствуем всех трейдеров. В этом видео рассмотрим, как использовать промокоды брокера Quotex и также где их найти. И самый первый способ, как можно их использовать, это нажатие на кнопку пополнения. После чего в открывшемся окне нужно выбрать способ. Мы выбираем биткоин. Далее нужно нажать на кнопку «Использовать бонус» и в открывшейся строке ввести нужный вам промокод. Если у вас нет промокода на пополнение для брокера Quotex, то найти их можно на нашем сайте, а также в группе ВКонтакте. И на нашем сайте их можно найти в статье под названием «Промокоды для брокера Quotex», а ВКонтакте их можно найти в группе под названием «Quotex неофициальная группа». В ней, помимо всего прочего, можно участвовать в различных конкурсах, при победе в которых можно получать не просто промокоды на пополнение счета, а и промокоды на отмену убыточных сделок, кэшбэк и множество других полезных бонусов. Ссылки на все статьи с промокодами, а также на группу ВКонтакте будут в описании под видео. И давайте возьмем промокод прямо отсюда и попробуем использовать его при пополнении счета в Quotex. Копируем нужный промокод и вставляем его в нашу строку для промокодов. И по итогу видим, что данный промокод дает 40% к депозиту. Перед тем, как использовать такой бонус, обязательно ознакомьтесь с правилами и условиями. Находятся они в данном месте. И тут можно видеть, что чтобы вывести бонусные средства, необходимо их отработать. И для этого необходимо совершить торговый оборот нехеджирующих сделок, равный сумме бонуса, умноженного на 100. Прогресс по отработке бонуса можно видеть в панели выбора счета. Также при желании вы всегда можете отменить бонус в личном кабинете. При этом ваш баланс будет уменьшен на сумму полученного бонуса. При выводе средств с действующим бонусом бонус также автоматически отменяется. Обратите внимание, что если у вас есть промокод, к примеру, на отмену убыточной сделки, то его не получится активировать в данном поле. Для активации такого промокода необходимо перейти в Market. Нажимаем на кнопку Market. И на открывшейся странице можно видеть те бонусы, которые существуют у брокера Quotex. И давайте попробуем добавить сюда промокод на отмену убыточной сделки на $10. Найти такой промокод можно в основном обзоре брокера Quotex на нашем сайте. Но обратите внимание, что данные промокоды спрятаны по тексту. И чтобы их найти, нужно проверить всю статью. Как только нужный промокод будет найден, выделите его и скопируйте. После чего вернитесь в маркет брокера. Добавляется каждый промокод в свое поле, и так как у нас это отмена убыточной сделки, то мы на данном поле нажимаем кнопку «Введите промокод». После чего в открывшемся окне вводим наш промокод и нажимаем кнопку «Да, активировать». И по итогу наш промокод добавлен в маркет, после чего его можно использовать. Обратите внимание, что чтобы его использовать, необходимо ввести ID сделки. И давайте совершим какую-нибудь убыточную сделку и попробуем ее отменить. Как можно видеть, мы совершили одну сделку на сумму в $10, которая оказалась убыточной. Чтобы ее отменить, нам необходимо скопировать ID данной сделки, которая находится в данном месте. Копируем его и переходим в Market. Далее нажимаем на кнопку «Использовать» и вводим данное ID, после чего нажимаем «Да, активировать». И по итогу получаем уведомление о том, что сделка была успешно отменена. Закрываем данное окно и переходим в сделки. И по итогу тут можно видеть, что наша сделка действительно была отменена, а сумма в $10 вернулась на наш счет. Если вы хотите находить еще больше различных промокодов и бонусов для брокера Quotex, то обязательно посещайте нашу статью с его обзором, в которой мы регулярно прячем и обновляем все промокоды и бонусы. Если вы хотите получать еще больше полезной информации, то найти ее можно на нашем сайте по ссылкам в описании. Желаем удачной торговли!